смотри. Представь. Видишь, да, себя? Ага. Камера тут, камера там. Так. Представь, что тебе дают 100 миллионов. Ты это, Жека и Некит, и Гера, и говорят. Нужно сказать ничего. Нет. Ну, блин, ну подписчики не поймут, это будет, знаешь... Но никто не узнает, это будет случайно. А я как это сделаю, чтобы они скатали в ничью? Если никто не... Да нет, все узнают, но это реально, это будет, знаешь... Все люди увидят. Ну, короче, я за то, чтобы футбол был... Ну, оставался футболом. Я понимаю, медийная история крутая, если выйдут Удрос и Амкал, но это некрасиво по отношению к болельщикам, я считаю. Поэтому мы сегодня хотим закрыть вот хотя бы одно поражение от Амкала. И останется еще одно, которое надо будет закрыть. Поэтому нет, сегодня мы играем только на победу. Я уверен, вот эти парни точно так же играют только на победу. Им тоже важна история, как и нам. Как думаешь, какой сегодня будет счет? И, возможно, ничья? Или будут все костями ложиться? То есть, просто у кого я не спрашиваю, они просто никто не хочет, именно не хотят ничьи. Невозможно. Даже, знаешь, ну, не то, что договорной, а просто не хотят. Никакой. Понимаете? Они хотят просто, одна команда хочет пройти и все, чтобы сбить беги там. Я про это, я вообще не представляю, какой может быть счет. Потому что, ну, пацаны на кубке хорошо сыграли, хорошо на МКС беги сыграли. Мы точно так же, ну, хорошо, я считаю, сыграли с Матч ТВ. Да, да. Офигенно сыграли на кубке. И я, ну, не представляю, знаю то, что эти парни, наши парни, они будут биться до конца, и поэтому вообще не представляю, кто больше захочет, знаешь так. Но наши очень хотят, что у них, я не знаю, но я думаю, они тоже хотят. Слушай, ты находишься внутри команды, ну, практически с самого начала именно командного становления. Так и есть, самого. Да, и Амкал ты знаешь, ты смотришь и на стримах, и в целом следишь, один из самых главных инсайдеров. В общем, я вот... не инсайдер, блин, хватит уже, я не знаю. Значит, ну извините, значит, я не такой, знаешь, не так хорошо знаю. Хорошо, да. Ты не инсайдер, брат. Скажи, пожалуйста, просто то, что ты знаешь игроков своей команды и знаешь примерно игроков Амкала. Как думаешь, по составу, кто на бумаге выглядит сильнее все-таки? Если брать заменами, то мы. Если брать основной состав Амкала, основной состав Тудроц одинаковый, я считаю. У них очень хорошие игроки сейчас пришли. Кашаев, Шурыгин. Но Шурыгина сегодня не будет, но тем не менее. Очень сильные игроки. У нас точно так же очень сильные игроки. Но вот если матч, грубо говоря, был бы в дополнительное время после ничьей, я думаю, то, что вот наша лавка бы зарешала, мне кажется. Потому что Амкал все-таки более на медийном, на цели. И их замена, это, соответственно, там Форза, люди, которые хотят увидеть, но которые, ну, чуть послабее, чем, ну, объективно, там у нас там Слон, Стиль и все остальные. Поэтому, думаю, на бумаге мы чуть-чуть посильнее выглядим. Все, удачи, будем спасибо. Смотреть, болеть спасибо, вместе. Да. Delivery Club. Свяжитесь с нами. Я клянусь, у нас все настроены, чтобы выбить их. Нет, я знаю, конечно. Как у вас настроены, но если не, так не, слушать... Не, ну, я хочешь? готов. Как организатор... Просто хочешь разъебать. Как организатор я готов подмять свои амбиции, а вот как игрок Амкала, как создатель Амкала, я хочу, чтобы они остались в группе, а мы пошли дальше. Поэтому мы 100% заказываем. Ну, вы слышали, да? Никакой ничьи сегодня. Ну, без вариантов вообще. Ну, то есть, типа, чтобы ты понимал, ничья, ну, для меня это будет очень... Ну, это, типа, плохой результат. У нас нет премиальных и, там, ни бань, ничего за ничью. Только за победу. Успели вообще... Команда успела подготовиться как-то? Да, ну, да. Я имею в виду восстановиться. Ну, да, 100%. Ну, плюс у нас есть огромное количество ребят, которые специально пропускали игру в кубке, но они достаточно квалифицированы. То есть мы их специально пожертвовали ими там, для того, чтобы они были готовы к игре с игрой. Я знаю, какой вопрос тебе задать. Ну-ка. Я, кстати, вот перед этим думал, я вообще, ну ты знаешь, как я отношусь, я знаю, сколько у тебя я даже, ну знаешь, типа, не подхожу, ничего не спрашиваю. Я увидел, ну, то, что Володя не очень красиво поступил, слил вашу переписку. Чего ты об этом думаешь? Потому что Фанки, Газ, мой братик, и, ну, и даже Чужой, они такие, че, есть же нападающие. Не, ну я ребятам нашим нападом объяснил, зачем. Там была трехходовка задумана, но она ее уже не реализовать, поэтому ладно. Но я не рассчитывал, да, что Вовчик сольет именно переписку. Ну, вот, конечно, но да. Была одна идейка, ну ничего страшного. Ну то есть, грубо говоря, ты ему это ну, специально писал? Ну, так, ну не, ну мне, такого... ну мне интересно было пообщаться вообще в целом, интересно узнать его интерес. И, ну типа, были разные варианты развития событий. Вот, ну типа... Но решил так. Да, утягивать, типа, вот это вот, типа, иди сюда, не, это точно не для амкаловской истории. Нет, там самый вопрос в том, что ты пишешь, блин, у нас, типа, нам нужен нападающий, потому что, ну, быстренький нападающий и так слушай, далее. Ну, давай посмотрим, вот мы, когда мы играем, когда в два форварда, у нас и... Опа, чи. Опа. Привет, да, поздравляю тебя, дорогой. Спасибо. Штуку, да. Спасибо. Я обожаю тебя, да, вы, да, бля.
У нас играют два форварда, когда в основе Витюха и Газ. На смену нету двух. Есть Степа Фанки и в целом все. Ну, то есть, типа, есть я, но медийный футбол так сильно развивается, что вполне вероятно, что может пригодиться действительно один форвард. А ты, кстати, тренируешься усиленно? Да. Ну, типа... Ну, для пенальти. Нет, слушай, я слежу, ты... Ну, у тебя, понятно, организаторская деятельность и так далее, но действительно у тебя есть цель реально, ну, там, прибавлять, чтобы ты был конкурентоспособен максимально на этом уровне? Ну, мне просто, мне нравится. У меня нет задачи какой-то там, типа, кому-то что-то доказать. Мне просто по кайфу самому. Я в какой-то момент, знаешь, типа, из-за всех организаторских дел немножко совсем, типа, запустил себя, там, где-то вес набрал лишний. И сейчас его удачно сбросил. И в целом все норм. Ну, то есть, типа, я не знаю, ну, понятно, что ты, я не знаю, там, возьмешь 19-летнего парня, да, там, не знаю, Кузю нашего возьми, там, или Прокопа, который только-только закончили футбольную школу, естественно, они всегда будут сильнее, как ты не, так не прибавишь. Но большой кайф с ними играть. И когда ты играешь, там, с Прокопом, не знаю, с Мавриным, с, там, Кузей, не знаю, Кириковым, с Шуригином, ты хочешь не портить, как минимум. То есть, я больше для этого, чтобы... И они, знаешь, как, им можно дать любой пас, он не любой примет. Поэтому здесь есть возможность немножко покайфовать от футбола. Я желаю удачи и победы. Потому что я буду поддерживать Амкал, ребят, обязательно. Ну, конечно, тебе братан там сегодня играет. Ну, как минимум, да. Как иначе? Как иначе? Все, вот Гера всегда приятный, Эль Классику. Я его так назову. Я говорю, ничейки не будет, потому что мы их ебнем. Газ. А вы оцените просто лук человека. Не, ну ты хорошо выглядишь. Вот так, Стэн, покажи. Вот так, покажи. Вот на такую камеру влоги я еще не видел, как снимали. Хотел бы ничью в этом матче? Нет. Нет? Это принципиальный матч, мы проиграли два матча до этого, и ничьей точно бы не хотел. Если случайно получится, будешь рад или нет? Или для вас только типа побед? Я буду рад в любом случае, если мы выйдем из группы, но не хотелось бы. Именно вот хотелось бы порадоваться именно от победы, то, что мы выйдем из группы. То есть, ну, увидеть, что их настроены. Выходить с ничьей как бы не хочется. И получается, если мы играем ничью, мы дарим Амкалу путевку. Да. А хочется сыграть с Бей-Беги и показать им то, что мы просто были на сборах и просто были под нагрузкой, поэтому такой матч был. А как внутри коллектива, пацаны, как настроены? Все настроены только на победу, никто не настроен. Физформа? Физформа вообще бодрая. Да. Мы же приехали только со сбора, все тренируются, и как бы никто не рассчитывает на ничью, все рассчитывают только на победу. Понял. Сегодня будет матч Амкал ту Дротс. Будет. Кстати, поздравляю тебя с победой в Кубке, между прочим. Тебя же можно поздравить? С каком Кубке? Ну, в Кубке России. А почему меня поздравить? В смысле, ты играл за Амкал? Ну, Сибыш да. Говорил? Или ты не считаешь, что это... Что ты, знаешь, приложил что-то, как свою ножку, так сказать? Вообще-то на... Ну, бля, на прошлом... Не, ну, если так ты зашел, то, наверное, конечно, можно. Но я все-таки, конечно, считаю, что это, ну, победа, типа, пацанов в первую очередь. А я просто, я безумно переживал. Я просто отдал все эмоции, когда смотрел с трибунки. И я, конечно, безумно рад. Просто я вообще, я счастлив был. Реально, это, мне кажется, сделало настроение там на несколько дней вперед. Давай вернемся к сегодняшнему матчу. Буквально год назад, чуть больше, ты отдавал голевую передачу на Диму Егорова. Сейчас совершенно другие составы. Как ты думаешь? Совершенно другой медийный футбол сейчас вообще. Да. Как ты думаешь, какой сегодня будет счет и кто заберет? А возможно ничья, и возможно мы чего-то не знаем? Нет, я думаю, мы все знаем, я не думаю, что будет... Возможно, ничья случится, но да. не по договоренности команд. Я думаю, что 2-1 Амкал и выиграет. Я очень верю все-таки в победу пацанов. Вот. Хоть я и симпатизирую тоже Дротом и многим ребятам оттуда особенно, но все-таки для меня Амкал это родная душа, так что я за них. Представим такую ситуацию. К тебе, ты Герман Эль Классика и там некий ты Жека. Mm-hmm. К тебе приходят и говорят, 100 миллионов. 100 миллионов рублей, так. Играете ничью. Я бы отказался. Ну, мне кажется, то, что пацаны и так могут, типа, не бедствуют, по крайней мере. А это все-таки репутационный такой. И, ну, и это же все равно будет видно, мне кажется, договорняк. Поэтому не, я думаю, что 100% отказ.
чуваки, ну хочется напомнить, что этот выпуск выходит при поддержке наших корешей из тенниса. У ребят классные линии, есть специальные линии, специальные ставки, такие как пушка страшная, гол головой. По ссылке в закрепленном комментарии вы можете перейти и получить до 17,5 тысяч рублей на бонусный счет. Поэтому регистрируйтесь, поддерживайте канал ГАЗ, ну и, конечно же, ставьте вместе с теннисом. Ну что, ребята, самый долгожданный матч медиафутбола сегодня стартует. Я скажу, что команда очень серьезно настроена. Ничьи никакой быть не может, такое ощущение перед матчем. Аншлаг полный. И сегодня я для вас готов сделать этот контент. Очень хочу, чтобы он был качественный, хороший. Я думаю, что как минимум эмоциональным он будет точно. Мы начинаем. Амкал Тудрос, МКС 2022. Ну вставай. Нет, ты первый. Ты первый. А тут останется, если кто-то встанет? Нет, если кто-то встанет, мы тоже пойдем. Бля, ну мы пойдем встанем. Сейчас проебем установку. Не, идите, а установки уже нет. Мужики, нужно. Я почнешь. Ну это медиа. Я проиграл. Мы попали в ад! Вот так читают, блядь, они! Потому что мы готовы! Мы Амкал! А вы нет! Мы Амкал! А вы нет! Мы Амкал! А вы нет! Ребята, Аксель. Привет. Привет. У человека первый такой матч, да? Думал, вообще, медийный матч, это мой первый, да. Я раньше не видел. Начал с хорошего начал. Я в шоке, я даже не ожидал, что это так. На видео смотрел, но в жизни совсем по-другому это ощущается. Вот просто посмотрите туда. Блин, здорово, я просто сел на скамейку, чтобы вы понимали, тут Ваня Бизик, который отболел 2 недели, сейчас дал концерт, шоу. Концерт, блядь. Да, ну нет, уже. Собрал стадион, концерт дал. Ну понял, да, ты реально так вспотел, как будто концерт дал, реально. Я просто с дачи, блядь, мчался, блядь, по электричкам, там, вот ты понимаешь, блядь, жара, лето, блядь, бабушки, все дела, так что я зал. Вот сидим на скамеечке, будем комментировать для вас, я иногда буду включать. Жаль, не запасных. А так, чисто от комментаторов. Ну, так тебе надо поднабрать немножечко. Ну что, погнали, мужчины, погнали! Сейчас получил энергию от ребят. Да, пацаны дали жару. Я сначала думал, они тут, ну, крикнули командам. Вот, смотрю, они мне кричат, а там просто пиздец. Я думаю, ну, прям вот встречают. Это было сильно. У меня есть запись. Прошло 8 минут, и я уже на ногах. Как обычно, переживаем за братика больше, чем за всех. Чуваки, пока просто очень много эмоций. Особо мяч не держится, у него любой команды. Эй! Нихуя не было, блядь! Бля, я не могу снотворное выпить, а через час проснуться и вообще... Вот это все, блядь, смотреть. Стиль забил. Кажется, тут надо в РПЛ играть минимум. Ну ладно, чушь так же сделал в прошлом году. Не, и блять он дал. Там человеку просто пространство дали, немножко он забил такой гол. Ну хорош, ну ничего не скажешь. Гол. Надо сейчас собраться надо. Бля, я отвернусь. Я не могу смотреть. Сейчас я вообще очень переживаю, чуваки. Лёх, давай, братик. Я отвернусь, потому что я не могу смотреть. Но уверен в себе, я знаю. ВАР будет смотреть. Пацаны, уйдите с поля. Уйдите с поля, пацаны, шаг сделайте, да, пожалуйста. Бля, сейчас перебивать заставишь, понял? Блядь. Мне так хуй. Фу, блядь. Поговорно! Поговорно!
Блять, я не видел, нормально забил? А? Как забил? В левый угол. Нормально. Ну, он, я, по-моему, угадал, Сычев. Но, блядь, хорошо пробил. Блядь, фу, слава богу. Хорош! Продолжается видео, если бы сейчас гола не было, я бы закончил. Я выше, ты за меня. Ну я ему говорю, давай, давай. Сейчас одно изменение. Вместо газа выходит Миша Прокоп. Остальные все так же. Давай, давай, давай! Быстро ответить обязательно. Ну, Кутуз хорош, блядь. Реально. Видите, вот этот заброс, и ну, Кутуз хорошо сыграл. Но что говорить, давайте продолжать играть. Туда! Туда! Вот и все, подбосим! Ребята, ближе, ближе! Здорово, пацаны! Здорово! Не трогай, не трогай! Гони, гони! Ёпта! Чё было? Чё было? Он головой выигрывает. Чё было? Он на голову выше его. Это свой, ребят! Это свой удар! Блядь, провокатор! Провоцируй там, ёпта! Итальянс, кого он убил? Хотя бы когда здесь аут, пожалуйста, отодвиньте, ребят. Я прошу убрать. Вы самый главный авторитет, пожалуйста. Своих уберите, когда аут. Я не смогу ничего комментировать, чуваки, только уже после. Давай, Витюша, тут можно прокомментировать, блядь, потому что
Бля, я боюсь смотреть. Я очень боюсь играть. Блядь, что-нибудь. Мы заслужили, блядь. Мы... Давай, Митя, давай. Непонятно, почему не добавили время. То есть нет такого. Ну так получилось, чуваки. Я говорил, что может быть ничья. Братик с голом. Он не появлялся не потому, что он не хочет, ребят. Он настраивался все эти дни на Кубке России. И сейчас, то есть очень много работы, очень много тренировок, брат. 2-2, твои эмоции. Честно, эмоции непередаваемые, но знаешь, все остались на футбольном поле. То есть эмоции вот наших фанатов, очень крутой матч. Мы выходим в плей-офф и готовимся уже. Я думаю, что мы и Тудрос встретимся в финале. Поэтому вот там вот будет жаришка, вот там будет круто, очень классно. Уф, тяжело, немножко подустал, но будем готовиться. Сегодня равный матч был? Да, ну, если счет на табло отображает матч. Может, где-то в конце были моменты, но я создал 3 момента, условно говоря, и пробил через себя. Ну, были моменты у нас тоже. Расскажи про пенальти последний. Ты вроде взял мяч, дал Блату или нет? Или как у вас, может, договоренность какая-то? Я, честно, мог пробить я был в себе уверен, как и я вот после кубка, то, что я говорю, ну, не забил. Ну, здесь нету, понимаешь, если есть стальные яйца, ты идешь и бьешь. Просто математически очень редко один исполнитель бьет 2 раза пенальти. Это просто математика. А ты что думаешь? Ты недоволен, да, что не ты пробил? Он отдал? Я отдал же. Нет, я же наоборот говорю. Умничка. Поздравляю. Это же, я наоборот переиграл. Вот кто понимает, я наоборот переиграл вообще всех. Я отдал, что я говорю, я уверен, что то, что видите, выйдет. Слушайте, вот по поводу 5 минут добавил, вроде судья 5 минут и сразу свистнул. Что это такое матч? Я думаю, ему сказали, ты что, ему сказали, уходите, я сейчас... Пожалуйста. Не знаю, куда выйдет этот выпуск, но обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь на наш второй канал Газ Лайф. Поддерживайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Думаю, провел неплохой матч, опять обсудите. Ну, хотя обычно вы некоторые хвалят, некоторые говорят, что я какашка, но сегодня я очень хорошо сыграл. Хвалили все, ну как бы болельщики, да, пришли. Вам большое спасибо, я вас очень сильно люблю. Мы идем в плей-офф, ждите, там еще голов. Ребята, ну что, завершился этот потрясающий матч, столько эмоций. Вот Кубок России, супер матч. И сейчас, надеюсь, вам нравится такой контент, повторюсь, мы просто бегали, снимали, отдались все эмоционально, и на поле ребята отдались эмоционально. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, всем пока-пока.